А я играю на гармошке у прохожих на виду. Лагерь черный, лагерь красный, ответьте базе. База черная на приеме. Красная, слушай, у вас 3 минуты для того, чтобы собрать все свои вещи и покинуть свой лагерь навсегда. Сейчас ваша задача найти в лесу сундук. Есть! Ура! Хотелось побольше, хотелось проявить себя. Лагерь красных. Когда мы пришли, мы были в шоке, потому что свое жилище мы уже доделали, у нас там было все отлично, даже по количеству лайков, даже лапник просто раз в 5 у нас больше было, настелено, все мягко, сейчас делаем все заново. Посмотри, какие у них жертвы, это что такое? Если вот это на голову бы упало, еще и со штырями. На дрова? Да, конечно, на дрова. Сейчас будем новые вырубать. Вообще чуть мимо не пришли, думали, какая-то заброшенная старушка, хибарка. Я плакала, когда увидела вот это вот все, вот это вот. Не знаю, по сравнению с нашим лагерем тем, небо и земля. Ну ничего, сейчас вот переделаем, сняли крышу заново, тут папа нам наложил новых реечек, потому что здесь торчали просто вот так вот со всех сторон какие-то старые палки, все это цеплялось за голову. Ничего, работаем, к вечеру все сделаем, спать уже будем в новом доме. Можно сказать, что мы его просто снесли и заново новый поставили. Здесь вот от старых хозяев вообще мало что осталось, кроме костра, наверное. Ох, ты видел на чем? Ты аккуратно, аккуратно снимай. Вот это. Да, это я видел. Это я видел. Я боюсь наступить. И... Сейчас аккуратно очень снимай, чтобы, не дай бог, ничего. Внутри оказаться. Нигде. Немножечко не доделали ремонт. Я надеюсь, пап, что хватит хотя бы, блин, сказать спасибо за то, что у нас там. Здесь дров огромнейшее количество. Мы сейчас укрепляемся по полной программе, поэтому просто разделим, прям физически разделим, опять же, составшиеся материалы. И будет у нас 2 комнаты только наполовину, чтобы не было потери тепла. И все. В общем, все, что делается, к лучшему, не расстраиваемся. Да. Сначала мы упали духом, а сейчас просто работаем. Там полиэтилен, ох, окоп. Ага, и вот такой желоб прям в середину жилья, чтобы водичка роника вытекала посерединке в костер. Костер еще там все прогорело, наверное, не на камнях у нас.
могу допить? Допивай, вон еще налей. Спасибо. Ты чё там? Ну... Потому что в лагере красных одни коротыши были. Пап, ну сильно. Говнюки, а не коротыши. Что у нас за это? Давайте к чем-нибудь. Да, у меня шишак. А у него, блин, содранное. Нахрена им делать высокое, если они все время лежали? В горы Мяочана идет сильнейший циклон. Мы получили предупреждение от МЧС о сильных осадках и шквальных ветрах на ближайшие несколько дней. Перед нами встал серьезный вопрос о прекращении съемок из-за сложных погодных условий и реальной опасности для наших участников и команды проекта. Предупредив всех о надвигающейся буре, мы получили единогласное решение. Да, мы будем продолжать нашу игру на выживание, несмотря на погоду. Мы сюда за этим и приехали. Участникам осталось только хорошо подготовить укрытие, а организаторам — технику для работы под дождем. Уже скоро мы увидим, получилось это у нас или нет. А впереди испытание на вылет. И уже сегодня один из игроков будет ночевать в теплом лагере организаторов, а не под проливным дождем посреди холодной тайги. Аркудовцы, я приветствую вас на третьем сезоне реалити-шоу «Аркуда!». И добро пожаловать на шестой день состязаний. Сегодня вы в лесу встретили диких собак. Необходимо от каждой команды выбрать три игрока. Ваша задача – уйти от диких животных. Этап первый. Один из игроков от бака приносит кружку. Побеждает тот, кто прибегает первым. Сейчас вам проведет инструктаж инструктор кинологического клуба «Беркут» Хамро. Будет очень интересный конкурс. Оденете сегодня костюм, и вас будет удерживать собака. Не задерживать, а удерживать. Будет кусать, будет держать, будет с вами бороться. Так что, я думаю, вам это все понравится. Старт! Итак, в первом этапе победила команда черных! Этап второй. Ваша задача набрать воды из этого бака в ваши котелки. На это состязание дается 2 минуты на каждого игрока. Побеждает та команда, в котелке которого окажется больше воды. Ah!
пошли, я говорю, пойдем, пойдем, мой хороший, пойдем, мой рад. Смотри, у нас здесь сколько всего интересного. Давайте пойдем назад, эти вечером покормим, мой, за хорошую работу. Молодец. Дыши. Все, костюм снимите. Все, собака. Верхут молодец. Папуль похудел. Готов? Стоп! Что сложно, ноги или руки больше ставят? Сложно от того, что собака тянет. Или больше страшно? Нет, страха вообще не было. Поздравляю. Сложно, нет, потому что собака тянет, заваливает. Очень сложно встать. Невозможно идти, потому что она тянет. Ну, если даже Денис два раза кое-как пробежал, третий вообще. Ну, ты третий полз.
Я, получается, сколько? Полтора? Ну, ты-то два, но просто не успела во время. Руки, ноги дрожат до сих пор, наверное. Нет, дыхалка. Дыхалка. Прям вообще молодец. Это красиво было, Оля, это прям. Оля, молодец. Прикусила. Нет, не больно, но страшно. Рабочая собака — это автомат. Ей приказали коробить. Это не твой маленький вот этот, это маленькая крыса, которая по дому это ходит. Это Йорк, а не крыса. Но ловят крыс. Она для этого выведена была. О, круто. Простите за слезы, испугалась. Давай, вставай с этой стороны. Четыре сантиметра. Теперь наш котелок черный. Семь с половиной. Во втором этапе больше воды набрала команда черных! Итак, мы переходим к третьему этапу. Вам необходимо всей команде развести огонь и вскипятить эту воду. Побеждает команда, которая первая выполнит это задание. Старт! Пошло, пошло, пошло. Веточки, 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 веточки. Костровой. У нас есть костровой. Травы или... Да, пусть лежит. Да, у меня рядом есть. Что, потухать пошло. Ален, подуй с той стороны. Да, что? Да, может, больше, да.
пузырьки пошли. Вон от стенки уже пузырьки пошли. Это надо как-то аккуратно попробовать ее вставить. Опять набираю. Подожди, подожди, в ту сторону просто. Да бросим, да. Закипаем. Вот игра! Молодцы. Что, тушим? В третьем этапе победила команда красных! Аркудовцы, ваши состязания на сегодня закончены. По результатам всех трех этапов со счетом 2-1 победила команда черных! Я поздравляю команду черных с победой. Команда красных, мы встречаемся сегодня с вами вечером на голосовании. Один из вас сегодня покинет наш проект. Сегодняшний квест, он был очень крут. А эмоций и огромная куча. Он был неожиданный. Сразу хочу сказать, что страха не было, слова совсем. Ну, это, наверное, было видно по первому моему, скажем, протаскиванию собаки на себе, когда я шел и разговаривал с ним. Эмоций было куча, мышцы забило, техника, скажем, переноски собаки на себе была неправильная, как инструктор потом объяснил. Но, тем не менее, мы победили. Мы молодцы. Сегодня, да, были собаки, тяжело. Забыть будет этот момент, потому что очень интересно, очень эмоционально. Собака гавкает, впивается. Очень здорово. Смотрел как-то по телевизору еще в детстве. Думал, наверное, круто. Ну и вообще люблю собак. Даже не думал, что будет в жизни такой момент, чтобы попробовать такие эмоции. И я был рад. Такой, легкий барьер, на самом деле не страшно, но интересно и эмоционально. Мне понравилось. Сегодняшний квест был очень эмоциональным. Было тяжеловато, собака заваливала, тяжело было идти. Но я неправильно делала, нужно было, конечно, руку опустить вниз и вести ее как на поводке. Я, получается, подняла руку и весь вес собаки тащила на себе, тащила свой вес, и получилось, что и тащила вес собаки, поэтому было очень тяжело. Мне было очень тяжело тащить это все. Очень болела за нашу команду. Очень переживала за нашу Аленушку, потому что собака, мне казалось, больше ее роста. Аленушка пострадала, поцарапалась. Но девчонки вообще молодцы. С нашей командой, из команды красных. Собачка, конечно, жесткая, потому что кажется, что все равно на тебе этот рукав, но как-то страшно, что а вдруг все-таки пропустит, а вдруг там завалит и начнет сверху там драть. Как... Сегодняшний конкурс с собакой реально был очень классно. Вот, собака это довольно такое сильное животное, и реально появилась такая возможность с ним потягаться, побороться, потаскать эту собаку на себе. Сегодняшний квест был очень бомбический, вообще пушка в лоб. Я, конечно, не ожидал. Собака очень злая. Прям жуть как злая. Цепляется мертвой хваткой. Квест был хороший, очень хороший. Мне очень понравилось. Так уж случилось, что у меня получилось правильно пройти с собакой. Но, наверное, мне просто помог мой рост, потому что я маленькая. И рука у меня просто ниже. И получилось, что собака просто шла. И мне было действительно легко с ней идти, но все равно снег и вес, и нам дергало. Тяжело, очень тяжело, но эмоции просто, эмоции зашкаливали.
Уважаемые игроки, в жизни каждого человека ежедневно происходит какой-то выбор. Сегодня ваша команда проиграла, и вы должны выбрать того, кто покинет наш проект. Начинаем наше голосование. Константин хороший участник. Я рад, что мы были в одной команде, что мы боролись до последнего. Этот выбор был трудным, потому что мне нужно было выбирать между двух ребят. И, наверное, я все же считаю, что Сашка, он более сильный духом, что ли. То есть поначалу он был тихий, а разговорившись и посмотрев его в действии, я считаю, что он более достойный финала. Сегодня также в состязаниях я не проявил себя на все 100%, на которые должен быть. И я уж вижу то, что мое участие здесь закончилось. Итак, результаты вашего голосования. Константин, 3 голоса. Решение принято. Константин, вы покидаете наш проект. Попрощайтесь с друзьями. Константин, я вручаю вам сертификат участника. Я хочу обратиться к оставшимся членам команды. Вас осталось 2, ваших соперников больше. Но я надеюсь, вы приложите максимум усилий, чтобы завтра их победить. Этот проект дал мне уникальную возможность посмотреть на себя по ту сторону экрана. Я просто приезжаю, прохожу какие-то испытания, про меня снимают кино. И я это кино смотрю, и у меня есть реальная возможность посмотреть, кто я. Там хороший человек, там плохой человек, там тварь я там какая-нибудь последняя или не тварь. Я хоть и являюсь инструктором по туризму, но то, что было здесь, это совершенно другие ощущения, это совершенно другие эмоции, впечатления. У нас в конечном итоге получился такой концепт, то, что у нас вот не было вот такого там, один сказал, там второй сделал. У нас все было на таком позитиве в нашей команде, на буквально на полуслове. Вот. Один попросил, второй сделал, все спокойно приходили к общему знаменателю. И я абсолютно уверен, то, что без меня команда сможет спокойно функционировать, сможет добиваться результата. Вот, выходя из нее, я чувствую себя абсолютно спокойно. Изменились, сегодня идет дождь. Как будет дальше, не знаю, посмотрим. Ну, свое жилище старались утеплять по полной, чтобы не промокнуть. У меня открылось какое-то второе дыхание. Короче, что-то я делаю. И мне кажется, что мы вчера пришли, и силы еще не потрачены. Пока я сдаваться не собираюсь. Мне просто интересно наблюдать, как мои соплеменники добиваются какого-то результата, ну и я им стараюсь это максимально помочь. Я хочу выйти в финал с Денисом, потому что для меня это самый сильный игрок. И если я проиграю, то я буду ему все равно очень благодарен. Мы остались вдвоем с Ольгой. Я думаю, что мы выживем, и все будет хорошо. Хочется дойти до финала,
и уже в честной борьбе побороться за звание героя. И вообще хочется, чтобы девочка тоже смогла на самом деле показать, что женский пол на самом деле не такой уж и слабый, и что мы все можем, и в таких вот ситуациях экстремальных у нас вырабатывается адреналин, и мы готовы просто рвать. Сегодня весь день льет проливной дождь, все вокруг капает, все вокруг льется. Нас начало заливать, пришлось уплотнять, чем было, какими были материалами, свой дом. Один может бежать, он живой, да, все это время. Спокойно ты! Черные выберут игрока, который останется сегодня вместе с ними.